Готовим технику к работе. Густое. Всесезонное. Это цепь. Воздушная. Топливо. Вот стоял, не заводили. Посмотрим, как заведется. Бензина нет. Долить. Есть. Долить сразу. Помню, сколько есть. У нас он это? Лошадиных сил, не помнишь? Таяма. Восемь лошадей мощность написано. 8 лошадиных сил. А морской двигатель берем китайский, 6 лошадей взяли, да? Это 8. А это 4? Разницы для меня вообще никакой. 4, 2 такны. 2 такны. 4? Ты все проверяешь, тут обследуешь? Там чисто бензин не разбавляется, здесь отдельно масло. А, ну вот, четырехтактный двигатель, масло отдельно и бензин отдельно. А в двухтактный оно смешивается, как в моке, как, да? Такой белый какой-то. Когда не заводится мотоблок, что делаем? А что мы делаем? Свечу пробовала. Свеча. Все дело в новой свече. Может, там держать что-нибудь? Такая телега к мотоблоку. Thank you.
потом картошку садим, да? Тимофей. Ух ты, как он ловит. Картофель Гала с племенной станции Суражевка купили. Еще какой-то один сорт, не помню. Сейчас дойду до него. Посмотрим. Так, это остатки. Остатки Гала. Три рядка засадила Галы. Сейчас посажу Санте. Тоже вроде в описании неплохо написано про него. Устойчив к заболеваниям всяким. Ну, немножко отличается по цвету. Итак, что мы сегодня посадили? Гала среднеранний, столового назначения, растение средней высоты, урожайность 390 центнеров в гектар, клубень удлиненно-овальный, с мелкими глазками, кожура гладкая, желтая, мякоть темно-желтая. Ветер сегодня сумасшедший что-то. Лёжкость 89%, устойчив к возбудителю рака картофеля. Дальше. Санте. Такие бумажки были. Бумажки были вложены в мешки. Санте среднеранний, 80-85 дней. Хорошая лёжкость. Так. Устойчив к раку картофельной нематоде, фитофторозу, вирусам. Вкус хороший. Пригодность к переработке на картофель фри даже. Пригодность к переработке на картофель фри. Вот так, Санте. Ну вот два сорта посадили, 5 ведер, и что-то у меня еще осталось. Как-то я, не знаю, вроде брала 5 ведер, но может у них ведра больше, чем у меня. Ну вот, нам хватит урожая. Главное, чтобы уродилось хорошее, конечно.